Всем привет! Вы на канале «Кашеварим с Рединой». Обратите внимание на этот красный значочек. Попугай, молчать! Сегодня мы приготовим закуску из тунца в тарталетках. Нам понадобится тунец. Вот такой он странного вида. У меня больше похож на сайру. Огурец. Вареные яйца. Зеленый лук. Соль и перец. Ну и тарталетки. Я их сделал сам из лаваша. Потом как-нибудь сделаю видео и вам покажу. Можно взять покупные. Попугайчики будут нам мешать. Ну, приступаем. Натираем яйцо на крупной терке. Рыбу я измельчил вилкой. Вы можете сделать, как вам удобно, вилкой, ножом, не знаю, ложкой. Отправляем все к яйцам. Нарезаем лук. Также отправляем его в чашку, где все наши ингредиенты. У огурца отрезаем попку и отдадим собаке. Она их очень уважает. Эта собака довольна. Огурец нарезаем маленькими кубиками. Красивый, сочный, зелененький. Также отправляем все в чашку. Добавляем соль и перец по вкусу. Заправляем майонезом и хорошенько перемешиваем. Если майонеза будет мало, добавьте еще. Попробуем. Это очень вкусно. Советую. Теперь берем тарталетку и выкладываем вовнутрь начинку по пару ложек чайных. Вот такая вот красота получается. Если нет тарталеток, можно просто красиво в чашке выложить, как салат подать. Поверьте, гости и ваши родные будут рады. Очень вкусно. А в наших тарталетках мы подадим это на праздничный стол. Вот такая вот красота у нас получилась. Лаваш хрустящий, тарталеточки. Начиночка очень мягкая, нежная, вкусная. Изумительный просто рецепт. Друзья, приготовьте вместе с нами это блюдо. Тихо. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментарии. Вот так вот, палец вверх. Всем приятного аппетита. Пока-пока. До новых встреч. И попугай вам передают привет.